Сегодня тепло получили почти 200 школ и детских садов, а также 41 объект здравоохранения столицы республики. К концу следующей недели тепло будет в многоквартирных домах и учреждениях культуры. Температура воздуха на улице резко упала с плюс 25 до 10 градусов тепла. Отопительный сезон по нормативам начинается, когда среднесуточная температура несколько дней не превышает плюс 8. Но несмотря на это, в администрации города решили начать топить. На сегодняшний день в городе система теплоснабжения практически полностью готова к приему тепла. Поэтому вчера было подписано постановление исполняющего обязанности главы администрации города о начале отопительного сезона с 1 октября. В средней школе номер 2 тепло уже с самого утра. Школьники больше не кутаются в теплые свитера. В начале недели было действительно холодно. По словам директора школы, главное – это вовремя подготовиться к отопительному сезону. Прежде чем дать тепло, конечно, проведена была очень серьезная подготовительная работа. Все лето мы проводили ремонтные работы необходимые, готовили теплоузел. Проверяли все приборы учета. Дети младшей группы в детском саду номер 27 вовсе ходят в футболочках. Воспитатели рады, что тепло дали раньше срока. Воспитанники не будут болеть, а это значит, что удастся избежать карантина. Экзамены сдали вовремя Ростехнадзоре. Это без экзамена тепло наряд на тепло не дают. В детском саду во всех группах тепло дали. Прошла, посмотрела, везде уже тепло есть. Уже дети сегодня в спальнях могут спать раздетыми. С нетерпением ждут тепла в квартирах. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.